В своем последнем романе «Бессильные мира сего» Борис Стругацкий как-то заметил: тысячелетиями неграмотные люди были нормой, и это никого не беспокоило, кроме святых и фанатиков. Почему же сегодня это так обеспокоило Евроазиатскую аккредитационную ассоциацию? Похоже, что сегодня безграмотность снова становится нормой. Люди бравируют безграмотностью, особенно в интернете. Но если мы хотим быть настоящими служителями Иисуса Христа, мы должны явить эталон грамотности и в тексте, и в речи. Академическая грамотность должна стать модным трендом в богословском образовании. Без академической грамотности невозможно сформировать евангельскую элиту. Без академической грамотности невозможно по-настоящему приобщиться к сокровищнице христианской мысли. Именно поэтому мы призываем всех без исключения, и служителей, и будущих богословов, и просто всех верующих посетить наш курс «Основы академической грамотности».